Эй, вас приветствует Дед Мороз, орлиный нос с черной бородой. Дорогие зрители, нашел для вас очень хорошую трехкомнатную квартиру с видом на горы. В проекте, который был сдан в 2016 году. Расстояние этого проекта до моря максимум 1100 метров. До воды Средиземного моря. Находится она в районе Махмутлар. Сейчас покажу вид. Кстати, всех с наступающим Новым годом. Снимаю, а свои пожелания скажу в конце ролика. Не закрываем ролик, а то Дед Мороз разозлится и вам подарки больше не подарит. Так, дорогие зрители, вот такой вид с крыши этого здания. Тут у нас на крыше есть бассейн. Показываю вид. Можете подниматься сюда, сидеть, пить чай, пить кофе, поставить самовар, пожарить шашлык-машлык. Крепость Алании увидели, наверное. Здесь когда-то что-то, наверное, построят. Тут находится у нас средняя школа, там с 5 до 8 класса. Также позади этого здания, в шаговой доступности, где-то 2 минуты ходьбы, у нас школа для начальных классов. Показываю вам бассейн, который находится на крыше этого здания. Вот такой бассейн. Они все закрыли, чтобы не было видно, кто что тут делает. Есть инфраструктура, беседка у нас снаружи, посмотрю, с высоты смогу вам показать, потом спущусь. И детская игровая площадка. Айдат 100 лир. Очень хорошая квартирка, обставленная под ключ, по очень хорошей цене. Вот у нас детская площадка, беседка, открытая парковка. Вот машинки там, и с этой стороны. Там у нас школа для начальных классов, то есть старание. Вот там повороте, там КамАЗ ушел, вот там. Улица Ататюрка 150 метров на расстоянии отсюда. Я вам сказал максимальное расстояние, может быть и меньше, до моря. Теперь идемте вниз. Квартира находится на 6 этаже по российским меркам. Так, у нас тут лифт. Кто-то вызвал его. Подожди. Так, дорогие зрители, вот такой лифт, вместимость 5-6 человек. Такие вот интересные двери. Квартира. Сезам открылся. Вот такая у нас прихожая. Здесь шкафчик. Очень удобно. Вот. Все показал я вам. Ковролин по всей квартире. Очень удобно. Тепло зимой. Так, здесь у нас один санузел в этой квартире. Вот. Не маленький санузел. Также ковролин. Нет, это просто кладешь. Можно убрать летом. Да. Все. Так. Ключи от этой квартиры только у меня, дорогие зрители. Продается с мебелью и бытовой техникой. Здесь у нас просторная гостиная, совмещенная с кухней. Где тут свет? Ага. Бытовая техника фирмы Бека. Это интересная мебель. Посудомойка. Все с доводчиками. Даже стоит фильтр для воды. Только ступенчатые. Там, да. 8-ступенчатые, 9-ступенчатые. Столешница у нас акриловая или гранит. Да, гранитная столешница, индукционная плита, вытяжка, все фирмы Бека и духовка. Ага.
Очень удобно сделано. Так. Телевизор фирмы Philips. Высокая скорость. Здесь интернет Турктелеком. Можно также Fibimnet подключить, фибероптику. Здание переселились в 2017 году. Оно начал строить в 2016 году. Кондиционер фирмы Beko. Покажу вам с этого угла. Хорошая мягкая мебель. Вот. Квадратных метров жилых с балконами. Тут два балкона. Как минимум 90-95 квадратных метров. Общая площадь. Здесь у нас застекленный балкон. Вот такой вид. С этого балкона, а с другого еще лучше. Там видно горы. И здесь, наверное, когда-то что-то построят. Тут 15 минут ходьбы до моря, как мне сказал хозяин. 950 метров до улицы Барбаросса и оттуда где-то 100-120 метров до моря. Очень просторная спальня. Так. Платяной шкаф. Деревянная. Угу. Качественная. Так. Обои, что покрашенная обои или краска на стенке. Так. Здесь у нас вид на горы. Пылесос, это все, кажется, остается. Сейчас покажу я вам хозяйскую спальню. Ого-го. Мебель называется фирма Султан. О, такая вот качественная. И так открывается, и так. Так. Кондиционер фирмы Beko. Спальня как минимум. Сейчас я отмерю для вас, дорогие зрители. Вот еще измеритель. Так. Отмерим. 4. И так, отмерим. Во! Так, показать вам. 18. Увидим, да, 18, 400. Ну, 18 квадратных метров. Это спальня. Жилая площадь. И покажем балкон. Тоже застекленный. Каскадным образом собираются в эту сторону. Так. Вид на горы. Если даже что-то когда-то здесь построят, у вас вид по-любому частично будет на горы. А здесь вид уже не закроется. Все, нужно подвести итог, дорогие зрители мои. Так. Так лучше. Сейчас исправлю. Так, дорогие зрители. Цена этой квартиры 67 тысяч евро на данный момент. Цены на рынке поднялись. Вот этот пирожочек я вам еще оставил. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber.
и Дед Мороз поможет вам купить эту квартиру. Не подарить, а купить, потому что дорого очень. Так, хотел еще что вам сказать. Айдат здесь 100 лир. Рядом приезжают автобусы. Школа рядом, магазины рядом, вся инфраструктура на улице Ататюрка. Этаж 5-й, но по российским меркам как 6-й этаж. Хочу пожелать свои пожелания на Новый год. Сегодня уже 29 декабря, мало там осталось. Вот 2022 год на подходе. Желаю, чтобы этот вирус, как там, чтобы ушел, никто не болел. Новый что-то там появилось, омикрон, там, как там, антрикот какой-то вирус, чтобы он тоже ушел, больше не пришел. Пожелаю всего наилучшего в новом 2022 году. Чтоб не было хуже, как в 2021 году. Всем благ, всем радости и крепкого здоровья. С вами был Дед Мороз из Алании с орлиным носом. Всем пока-пока.